Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И давай теперь посмотрим на костюм испанский доспех. Да, Бэк, ты теперь просто монстр. Терминатор во плоти. Да, вообще шикарный просто костюмчик. Испанский доспех. Вот это наручи. Здорово, здорово, особенно шлем. Его глаз алмаз. Соколиный взгляд, да? Когти орва. А, то голову его. Сидеть. Я думал, это когти. Все шикарно. Пояс. Под сумочки прокачанные. Бедный пальчик Бэйка. До сих пор перебинтованный. В повязке. Тут у нас сумка уже прокачанная тоже. Да, просто шикарно. Ну, Бэк, теперь тебя не узнать, кто ты вообще такой. Откуда ты взялся? И местечко у нас тут необычное. Я тут не бывал еще. Надо активировать синхронизацию. А вид-то какой здесь, а? И Бэк аж присел, да? Высоковато, да, однако? Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько тут. И давай. Полюбуемся видом. Вот это да. Блин, даже прыгать отсюда не хочу. А там вообще, а, да, есть там. Телега с сеном. Я все равно любоваться не могу на этот доспех. Испанский наш. Давай их встань в полный рост. Да, ляпота, красота. Так, ну чё, полетели? Лети, соколок. Или ястреб, орел. Я там полет-то был, а? А теперь смотрите, что сейчас будет. Где-то там наша. Где она? Ау! Блин, я ее наверху оставил. Вон она. Спуститься не можешь, да? Ладно, сейчас отбежим-то подальше. Так, тут крепость, значит, да? Мы там бывали вроде бы, да? Да, там братишку положили уже кого-то. Игрока. Можно отомстить. И получить прокачку, которая нам уже не нужна. Так, там спасти можно, кстати. Так что мы сейчас туда заборемся. Покромсаем местных римляней. Заодно и крепость. Так, арбалеты. Так, там можно, да, пробраться. Там у нас есть потайной вход. Но я хочу на правом пойти. Ты спустишься, нет? О. О, смотрите, просто оригинально, да? Вообще шикарно. Лошадь. Конька у нас. Молот птаха с костюмом испанский доспех. Просто созданы друг для друга. Хотя даются они по-разному. Коняшку можно получить за задание, а испанский доспех купить. Смотрится вместе точно идеально, будто это они один набор. Топор на изготовку, щит, и помчались спасать наших пацанчиков. Хорошо охраняется. Да, насрать. Всех порвем. О, как он уверился, а? Оттуда не вернешься. Так, тут свободить некого. Братишка тут лежит. Надо взять, хочу сейчас.
забрать его и получить. Щит постоянно, да, врубаешь? Лучника надо вынести. Щитоносов тоже. Непробивно. Да не орут, а? На помощь зовут. Держи. Выстоял. А сейчас выстоишь. Подача была слишком сильная. Ей, разбили. Атака. Так, надо шиковаться, надо убежать. Все сюда. Чтобы нас там мученики не доставали. Камон, камон, заходи, заходи по одному. А в этом что-то горит уже. Пробил, что ли? Да вы охерели, что ли? А где мой это? Ой, блин, кто сюда закинул? Там что-то байка, вообще ничего не осталось. Костяшки валялись. Да, пришел на помощь, да, и сам лег там. Странно, как они там пробили, блин. Так, а где внутри? Стоп, где на крепость? Блин. Ладно. Дубль 2. Расправимся с ними. А как нас, конечно, сбили, блин. Уткнись. Идем в атаку. Что, глаза сошли, да? Ляг на веки вечные. Так, тут арбалет есть? Нету. Окей. Прям тут стоит у нас. Так, я спустился сюда вниз, да, к ним прямо. Так, один наш там, а вон где. Ну, там уже мордобой вовсю идет. А нас не зовут. Так, свободен. Иди гуляй. Мерзавец. Кто это сказал? Оружию! Тревога! Стой! Ой! О, красавчик! Мне стыдно! Давай, давай, иди сюда! О! Какой здоровяк нам идет, а? Правда, он не дойдет. Байк, работай. Да-да. Одни трупы. Так, тут у нас видео. Так, наш ход тут рисует. Контратака. Грибы наушник делал, по нам стрелял. Смерть римлянам! Стой. Бейк, ты что делаешь? Так, отлично. А что, все, да, их освободили уже? Нет, еще не всех освободили. Так, он там здоровец. Спасибо стоит. Большое. Тихо, тихо, иди гуляй, гуляй, гуляй. Отлично. Сюда, скорее! Так, вон там. Еще здесь парочка осталась. Всех освободим. Давайте, мужики, выходите, мечи хватайте. Вроде тут есть кого. Так, и выкуси. А ты лови. Молодец. Тревога, тревога. Сцена фасово. Сам разберусь. Так, вон там еще. А, быстрее, быстрее, быстрее. Не успел, что ли? Падла. Обломил нас, да? Такой удар мог бы сделать. Сына, два, отвлекай, отвлекай. А я удачу. Так, а что, не освободил там, что ли? Помогите. Я же освободил. Здесь кто-то еще, что ли? Кому тут помочь-то? Нету никого уже. Да-да. Зажгли факелок. Бежим, бежим, бежим. О, сколько их тут, а?
Так, один упал. Все, выстоял, да? Окей. Тихо, тихо, не так слишком быстро. А выдержишь мой ключевой удар? Да, конечно. Порубили, зарубили. А куда остальные убежали? Где ты там орешь? На помощь зовешь. Может, Хосика тоже освободить надо? Да ему так хорошо здесь, да? О, прискакали. Ой. Тупо намылился. Уди, 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 уди. Куда залез, сколько слез? Так, зарплата его тут. Так, а эти там где у нас? Вообще внизу, что ли? Ой, они далеко. Так, кто тут к нам подкрадывается? Ну, лестница. Так, ну можно уже уходить-то, освободили мы их. Ну. Гиена тут захомячила кого-то. Так, давайте посмотрим, в какие местах мы еще не были. Под вопросиком, которые там стоят. Потому что здесь мы все зачистили, точку мы активировали. Так, а здесь что у нас? Животина. А, горный козел. Ну, козырька бежать не будем, пускай бегает. Вот здесь мы не были. Там что-то... О, мы там что, меч получим, что ли? Серьезно? А я как раз тут недалеко нахожусь. Сейчас спустимся вниз. На этот островок доберемся. Там кто-то селфи меча сделал. Может, там точно меч, меч легендарный появится. Давай, на правом ныряем. О, сколько тут. Прикольно. Да. Наша лодочка. Ну, разворот. Так, парусов нет, но ничего страшного. Путь недалеко. Такой необитаемый остров, да, типа? Собрать сокровища. И где оно? Сокровище. Сана. Так, увидела, увидела, увидела. О, она под водой находится. Окей, баек, ныряй тогда. О, блин. Трупики. Вспомнил сразу Руфио, блин. Это графит. Офигеть, сколько их тут, а. Блин, такое озеро и все в трупах. Явно Руфио постарался когда-то здесь. Его солдаты. Вроде на вид такое, да, местечко красивое. Что там происходит? Красивое местечко, только нырнуть в воду и просто жесть. Так, кто-то здесь масло разлил. И оно может загореться. Клетки там, блин. Меча не оказалось, значит у него просто там был уже меч. Его он типа сделал селфи здесь. Или намекнул, типа, народ, сбегайте посмотреть сюда. Особенно под водой. Вот мы нырнули, посмотрели. Ну, шикарный островок. Фишка. А тут тоже, да, трупы? Или они только с той стороны? Да, только там. А здесь чистенько.
Так, ну ладно, давайте смотреть другое местечко. Необычное такое. Так, тут мы были, там мы все собрали. Так, тут круг камней. Так, в этом мультилокации тоже все были. Тут тоже круг камней. Угол леопарда. Так, мы не были. Вот здесь я не был. Ну то надо забраться еще как-то, да? Ух ты, там что такое? Угу. Там какой-то лагерь даже. И вот здесь я еще не был. Так, ну-ка. Угу. Так, ну можно, конечно, отсюда переместиться туда. По горам побегаем и прыгаем. Доспех просто шикарно, шикарно. Интересно, а в грядущем обновлении, точнее, дополнение сюжетом добавят там костюмы новые? Который называется «Проклятие фараонов». И выйдет оно, блин, 6 марта. Долго, конечно, но... Ничего, подождем, потому что и до 6 марта нам будет все поиграть. Новинки попрут, так попрут. Придется раскошелиться. Но ради такого дела-то, стоящие игры-то, не жалко. Ну, а потом разместить ссылочку в описании там о канале, где игры приобретаю. По низким ценам, может тоже заходить туда, покупать в этом магазине. Так, завозим. Здесь мы пробежимся. Даже если прислушаться, даже слышно, доспех как шевелится там. Бренчит железками своими. Так, тропинка прям для нас, да? Ох, какой вид-то тут, а. И байк в солнечных лучах. Не, игра, конечно, да. Так вот, непонятно, вот это вот последнее дополнение сюжета, оно будет последнее. Как-то неохота с этой игрой прощаться. Как и с Ведьмаком, блин. Охота играть, играть в нее. Надеюсь, разработчики там что-нибудь прошевелятся, может, еще одно дополнение сделают. Как-то два дополнения, блин, мало для такой игры. Тем более незримо, но не снежка, такое длинное дополнение было. Коротенькое. Так, здесь перебираемся через дорогу. Так, прыгать надо. Здесь ползи лучше. Спрыгнем так. Прыскок, альвоп. Чтоб пятки не отбить. Так, и мы почти на месте. Интересно, что же там местечко такое? Потому что там костер был. Может, там место отдыха? Ничего поинтереснее. Ух ты, да, там что-то есть. Касена. Слетая, глянь. Что же, поселение Банга там обитает. О, пикируем вниз. Теперь парим вверх. Ладно, доберемся лучше. А то весь смак. Узнаем заранее, да? Так, аккуратненько, аккуратненько. Прыг-скок, алли-оп. Блин, опять еще одна дорога. Канат бы все сделали, а? Я по канату пробрался бы. А тут байку приходится прыгать, какая тут. Бедный ступор стал. Пятки отбил. Ну, понятно, доспех тяжелый. Так, мы спустились, теперь забираться опять вверх. Ладно, полезли. Байку не привыкать. Как и нам. Лазить тут по горам. Ну что, местная каменоломня тут. Блин. Еще тут перебираться придется. Ну, а баек еще немножко осталось. Все крепости римские мы зачистили уже. Вроде бы, надо потом посмотреть точно. Ну, возле пирамиды там точно все зачистил. О, там что-то там то-то интересное. Блин. А ты сможешь перепрыгнуть, а? Ну, убьет. Отлично.
Пару пальцев сломал, ничего, поправится. Заживет, как на собаке. Так, наконец-то добрались. И что здесь у нас? Мыс у нас тут находится. Угу. А кто тут живет? А, найти место для отдыха, да? Прикольно. Как на островке, только на горе. Так, рукопись. Так, вид. Ага. Надо хвалить друг друга. Фига тут свитков. Прикольная локация-то, а. И золотишко есть. Нормальное местечко, да? Мы нашли. Так, стоп, на той стороне что-то еще есть. Заначка. О, графиты тут. А, нет. Щит. И гнездо. Так, ну что, давайте активируем. Это место отдыха. Где здесь можно? Вон. Блин, какой вид отсюда, а? Эх, сюда бы сейчас, айо. Полежали бы с ней, полюбовались пейзажами. Ах, лепота. Красота. Ну, даже за одно очко получили способности. Так, а наверху есть что-нибудь? Так, сын, ты кого-то мешал, увидела. Стоп, она где находится? Сокровище-то наше. Внизу. Ну что, полетели? Полет-то будет, ой-ой-ой. И ныряем. Ух ты. Еще один щит. О, сколько доброта. Так, все. Накидали сюда, да? Че, она водопой пришла? Косуля. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Я не хочу тебя обижать. Я хочу тебя приручить. Так, ядовиты нам не нужны. Нам нужны усыпляющие. Ты сам. Тихо, 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 байк, не махай мечом. Ой, тут две штучки, блин. Тихо, идите аж. Я хочу одну себе забрать. Заходим, ну да почему дротик не выбирается? Все. Бай-баяшки, бай. Ты что, спать-то хочешь? О. А ты? А можно сразу двоих приручить? Да-да, наша. О, серьезно, что ли? А, одна просто не агресса. Ладно, какие тут зубы-то. Двоих сразу нельзя, да? А что, прикольно было бы. Блин, писа улетела. Ну, одна осталась. Тоже местечко, да, необычное? Озерцо такое тут. С золотишком было. Ну, блин, потискай ее. Да, он так и просит. Ну ты не хочешь, да? Так, там что-то есть. А, это наша это. Да, шкурка наша там. Так, ну что, местечко необычное, да. И одно рядышком тут находится. Так, если мы сейчас... Придется проскакать. Горный козел. Ноги по рогам. Так, мы там сможем пробраться. И в эту сторону поскакал, нет? Да, тут проход есть, отлично. Так, а там что такое виднеется? И кто-то там паренька обидел. А, деревушка.
С римлянами, да? Прибью его! Нашел! Кософас их. Так, щитная изготовка лучше. Вижу цель! А, нет. Я всех перебил, нет, еще один остался. Парочка. Че, нормальные мисочки, да? Нашлись. Так, ну он лежит так прям рядышком у нас. Можно. Так, там что-то внутри есть. Вор среди воров. Где-то мы это уже видали. Точнее, читали. Так, где там лежишь-то? Да не тебя, да, значит? Я выясню, что к чему. Сейчас найдем твоего обидчика. Хотя он уже лежит там. Яма от трупов. А, да, мы тут были. Но было тут ночью. А днем тогда прикольно. Вот. Локация, да, были мы тут. Ну, Будда, тут ночью были. Дадим шикану. Ну, опустошили мы тут все уже. Вот они, коняшки. Как смотрится-то? Кто тут? Выходи. Или уползай. Где-то кобра согрелась. Тихо, ты чего уже против... Ты чего это? Лиса. Ну-ка, фу, блин. А, эффект временный, что ли, да? Хотя, он должен быть временный. Это слева бегал там вообще всю игру, можно сказать. Так, мы скакали, и мы не прискакали к нашему месту. Находится где-то здесь. Идеально, да? Коняшка молот и костюм испанский, доспех. Так, а где поворот-то? Я уже так проскакал, блин, в ту степь. А, да, проскакал поворотик. Где-то вот здесь можно пробраться, да, вот. Ну, животина тут. Какая тут животина обитает? Так, ищем. А, вот он. Гиена? Все, загрызло, нет? Они что, подружились? Или там спариваетесь, блин? Только нельзя. Так, что она бежит? Черт! Целая стая тут. Тут сокровище, кстати, кто-то оставил нам. Так, и что у нас тут? Щит. Ну, подбьем наши швы. Хороший.
повыше забраться. Посмотреть на этот вид. О, да. Ляпота. Так. Где мы еще не были? Так, этот порт мы зачистили. Кузнец. Так, тут у нас пропавший рабочий. Так, хену там продавец. Трусы забрали. Тоже. Так, вот здесь мы не были. Так, тут мы все зачистили. Так, в этой стороне мы половину все зачистили. Сейчас посмотрю здесь у нас, как все происходит. Тоже все чистенько. Все крепости все зачищены. Так, вот тут мы не были. Там явно что-то интересное есть. Так, ну тут походу опять животина какая-то обитает. Хотя ладно, отсюда переместимся. Наше бывшее убежище ассасинов, которое сгорело до тла. Так, ну то сторону прыгать надо, нам надо туда. Хотя ладно. Чтобы не слазить, лучше быстрее полетим. Посмотрим мельком на наше убежище сгоревшее. Кстати, мне интересно, там можно попасть в это убежище с нашего тайного прохода. Давайте проверим. Так, здесь у нас все пока нормально. А, нет, завалило туда. Так, мы тут все читали тут, собирали. Так, все, кошака профукали, да? Блин, кобра тут. Наши клинки. Молот, камон. Да, малыш. Так, свои пацанчики. Эй, ты что делаешь, дорогой? Так, я не сюда поскакал, да? Да. А вот это не свои. Убью! Ой, как он... А, не, нормально. С топора, конечно, больше урона. Тебе не уйти. С разгону-то. Сейчас подстрелю. Убьет. А ну что это вообще скучковались-то? Так, наши подошли. Понамылился. Берем топор. И выносим этого. Топчи его. Кишки выпущу. Кишки выпустишь. О, да бронь наворовали тут, а? Он мой! Там я с кем его разберетесь? Убью. Иди сюда. Сюда иди. Эй, тебе надо было бежать, но теперь... Так, здесь ничего нет. Заберем их наворованные. Леопарды. Что-то здесь не так. Так, это не то место, да? Мимо нас никто. Это где-то там наверху. Логово леопарда тут. Кошак тут обитает. И вон он. Что там нашла? Сокровище. Опять каким щитом, да? Жуки не нужно прохлаждаться. Жуки на солнышке. Любуются закатом, да? Прискакал испанский рыцарь. Я только намылился, убегает.
Нафиг путики-то. Ну, просыпайтесь. Жалко таких кормить, друзья. Приручить. Прикольно было бы. Тихо, тихо, она тут не очень. Где ты? Ущет. Не будем рисковать. Так, что у вас тут? Это всегда щиты, блин, они. На продажу пойдут. Так, ну что, перемещаемся, значит. Так, а тут мы собрали? Да, собрали. Блин, только храм, да, значит. Ну ладно. С храма пойдем сюда. И заглянем сюда. И вся. Весь Инай будет зачищен, пройден. Тогда помните его, да? Шикарно просто, да, храмик-то. Осколки звезды. Так, мягкая посадка. Так, а здесь нам придется лучше не прыгать, конечно. А то байк убьется с такой высоты. Доспехи его не спасут. Здесь можно спрыгнуть. Так, где наш малыш молот? Вот он, красавчик. Майки тут храм постройки-то, а? Так, ты здесь проберешься, да? Отлично. Так, и настало темнеть, да? Здесь, походу, какой-то лагерь. А, опа. Ну, нифига себе, мы чудес нашли. А вот это вообще нежданчик. Давайте заберемся, значит. О, они все тут, а. Как удачно-то, а? Так, там, а, подъем, сокровище. И гань тут лагеря друхали. Ничего так. Так, ну, байк завозит, сколько сгорел. Нужно быть осторожным. Да-да-да. Будем-будем. Опс. Чуть-чуть не спалились. Байк. Попробуй это. Ну ладно. Где ты там? А? Я тут, тут я. Иди сюда. Не буду с тобой возиться. Раскроили черепок. Точно никто не сагрился, да? Блин. Проснулись. Ух ты, тут пещерка есть. Тихо, спите, спите. Не будем тебя будить. Спи, моя радость, усни. Навеки вечные.
Нифига себе местечко, да? Обычный вопросик. Ну, как обычно в Ассасине бывает. Вроде смотришь обычного вопросика, а то появишься там. Нехило такое местечко. Так, это вот этот потайной вход, значит, да? Вот тут есть рукопись. Которую надо взять и прочитать. Блуждающий из того крокодилы. Эй! Опа. Я быстрее! К нам там пришел-то. Ты быстрее, давай. Что? Да, все нормально. Умри! Умри, да? Ты вперед. Эй, что? Да ничего. Попал в пупец. Давай, давай, стой. Сдохни, тварь! За тварь ответишь. А у тебя щит там, да? Сара, ну-ка, выколи глаза им. Так, оба с щитами, да? Так, я тебя что-то пропишу. Я выпотрошу тебя! Так, колокольчики мы отрубили, нормально. Ох, там добра внизу сколько, а? Так, а это у нас... А, там ничего нету? Не, все добро внизу. Так, наверху там стрелы. Тебе здесь не рады! Давай, иди. Да, секирбашка. Типа была. Так, основное добро тут, а да? Золотишко ихное. Так. Ну и все. Можно здесь еще пожар устроить. Поджигать стрелу. Гори-гори, ясно. Так, тут уже кто-то устроил пожар. Ну что, шикарная локация. Теперь мы точно все аванпосты крепости зачистили в Синае. Но проверить никто не остался в живых там. Да, трупы, трупы. Ну окей, идем теперь туда. Здесь по краешку как раз можно выбраться. Либо можно через гору прям. Почему бы нет? Что нам ее обходить? Когда есть тропа тут. Пас пополним. Это еще что такое? Вещи? Офигеть, все, что? Трупов скидывали. Казнили их всех тут. И потом бросали, да? Вон, кровь идет, и тут куча трупов. Офигеть. Вот ублюдки. Хорошо, чем мы с ними расправились, да? И они что-то творили. Месиво, да? Логово крокодила. Давненько крокодила Гену не видал. Особенно где-то в Синае. Тут мало их. А вон они. Греется на солнышке. Вот тут татуша лежит. Это оно живое? Это аллигатор, блин. Так, тут сокровища есть. Реально он живой. Офигеть. Я сейчас сначала-то не заметил, но он просто бревно, блин. Это аллигаторщи 45 уровня. Эти маленькие такие крокодилы. Вот это да. Что-то мне эту тушку даже бить неохота. Ну ладно. Офигеть, мы вообще подойдем.
это был удар вниз. Удар, конечно, был в ярости. Ну, жалко было. Тихо, кусучий. Я вас на подсумки пущу. Окей, окей. Или по щам. Не хочешь? Ты морде кусучий. А, цапнул. Блин, сзади подкрадывается. Этого добили. И тебя добиваем. Ну, вот это, конечно, да. Черный. Ах, фига, цапнул-то как. Больно было. Ну, иди сюда. Ой. Окей, окей, окей. Какой кусочек-то, а? Ой, прям в глаз. Да, полюбоваться на слово. Ну, пасть-то он открытого, да. Я что-то испугался аж. А да, тушка. А почему он черный? Может, аллигатор, да? Битва зверей. О, сколько тут крови-то, а? Так, еще один потопленный корабль. Ух ты, золотой чего там золотой шериф? А, это сокровище. На продажу, думаю, блин, легендарное оружие. Да, пиратский корабль потопленный. Сохнуть и снова искупаться. Берег крови, точнее пляж крови и мяса, да? Туша, конечно. О, а ты там что, живой, что ли? Иди сюда. Так, здесь больше никто не остался. Ну, вроде бы нет. Ну, прощай, аллигатор. А бог крокодил. Так, пробежимся по пляжу местному. К девушке доберемся, которая сгорела. О, стая, стая. Эх, никого, да? Так, ну посмотрим, что здесь у нас осталось. А уже ничего не осталось. Все пройдено. Под водой да фотка. Нет. А, во! Я тогда хотел туда добраться оттуда. Так и не добрался. Там явно подводный храм какой-то находится. Или затонувшие острова. Сейчас посмотрим. Паруса вперед и поплыли. Вон вперед. Вот Руфио. До сих пор стоит.
Да, деревня вон сгоревшая, видно. Так, у нас не согрется же, да? Если мы мимо проплывем. Надо действовать аккуратно. Плыви, плыви. Нас не догонят. Да, там что-то под водой находится. Все, погони оторвались. Так, тут еще. Прямо на краю карты находится, да? Там интересно глубоко, нет? И тут по... А нет, есть селфи. Да, под водой там что-то интересненькое есть. Последний вопросик, который мы сейчас разгадаем. Или может тут потонувшие корабли? Что-то глубоковато там, блин. Байк, на разведку. Ныряй. Недра Синая, вау. Ну да, глубоковато. Стопы там еще глубже, что ли? Так, окей, сейчас мы тут. Как-то попасть? Или это нам тут навык нужен, который это дыхание позволяет задерживать? Я его как-то не прокачивал. И сейчас мне не хватит его прокачать, наверное. Так, способности. Да, оно 3, да, стоит. Ну да. Задержка дыхания. Блин. Ну-ка, сына. Так, раз, два. Вот он, третий. Что там, еще что-то есть? 4. А, ну вот они. Это просто метка сокровищ. Недра Синая. Их так 3, да, значит. Ну ладно, ныряем бак. Попробую хоть одну чем-нибудь достать. Ну, давай ускоряй. Глубоковато, блин. Ну, я думаю, мы это сделаем. Так, топор. Тут добро. Нам бы с нами выныривать. Быстрее, быстрее, быстрее. Доспехи-то, конечно, тяжелые. Дышись. Так, оно внутри. Хватай, хватай. Еще один топор. И осталось последнее. Так, нормально, ныряй. Так, а это, блин, где? А, я не тут поставил. Или смысл не то, вот оно есть, да? И оно находится еще глубже. Как оно может быть глубже там? Там что, внутрь пещеры есть, что ли? Сплывай, сплывай, сплывай.
Ну-ка, сына, сына. Ну это метка самого сокровища, оно вот это должно быть. Так, интересно. Как туда попасть? Может, он там есть? Хотя не видно никакую пещеру. Там тоже не видать. Да не может быть так она глубоко. Да, они там внизу где-то. Как туда попасть? Все, бы я сейчас захлебнулся. Быстрее, быстрее. Нет. Фу. А, блин. Последнее сокровище, блин. А как его достать-то? Может, он там, он? Может, там точно храм подводный? Там, может, воздух есть? Пещерка, ну где вход-то? Вон там может быть. Нет, тут нифига. Выныриваем. А, я глубоко занырнул. Так, что-то не понял юмора. Неужели она забаговалась и провалилась вниз? Потому что на поверхности не, не видать. Хотя показывает, что оно под низом где-то находится. А куда тут ниже-то, блин? Все, дно, блин. Где русалка Байк доспех тут плавает? Да, ну прям под нами тут. Никакой пещерки не видать. Так, ну ладно, посмотрели мы эту локацию. Где моя? Так мы, в принципе, все прошли, все посмотрели, все сокровища, все места, какие были на карте. Так что, друзья, здесь мы остановимся и будем ждать уже выхода второго сюжетного дополнения «Проклятие фараонов». Выйдет оно 6 марта и будем с вами его проходить. Так что, друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.